Медаль за отвагу спустя много лет передали родственникам героя. Мы рассказывали недавно эту историю. Медаль за отвагу принадлежала участнику Великой Отечественной Ивану Дородных. Он получил ее в 1944-м. Больше 15 лет назад его награду нашли, когда сносили дом в Суклее. Долго искали родственников, чтобы отдать медаль. Наш канал сделал сюжет. Его увидела невестка ветерана, и сегодня ей вручили награду. Зинаида Викторовна, нам очень приятно, для нас большая честь передать эту реликвию. Действительно, это боевая награда, которая заслужена кровью, потом Ивана Григорьевича. На глазах слезы радости, а в руках медаль за отвагу. Сегодня Зинаиде Дородных передали награду ее свекра Ивана Дородных, ветерана Великой Отечественной войны. Он на войне не любил говорить. Или ему было больно, или ему неприятно было вспоминать столько лет. Он ушел в армию в 1938 году. И в 1940 уже началась война, оттуда сразу на фронт. Его военные дороги начали с Дальнего Востока, а потом в Смоленскую область. Он был связистом. Это всегда на прицеле врага. Это на линии огня всегда впереди всех. Это уши и глаза нашей армии. Награду Иван Дородных получил в феврале 44-го. Тогда он под минометным обстрелом восстановил связь артиллерийской батареи с командным пунктом во время боев под Ровно. Пройденные дороги и Румынии, Венгрия, Чехословакии, потом под Прагой он услышал по рации. Победа, закончилась война. Но ему это было так внезапно, что он сказал: повторите еще раз. И он услышал: Ваня, победа. После войны Иван Дородных переехал в Тирасполь, участвовал в восстановлении города. Здесь и познакомился со своей женой. Почти 40 лет работал на заводе Кирова кузнецом. На этом фото Иван Дородных с маленьким сыном Николаем и супругой Евдокией. Больше 15 лет искали родственников ветерана, чтобы отдать медаль. Ее нашли при сносе старого дома в Суклее. Награда оказалась у жителя ближнего хутора Анатолия Шуляка. Он и начал поиски. По номеру я искал. Сам пытался найти в интернете обладателя, но у меня ничего не получилось. База данных так не открывается просто. И случайно я подписался на группу «Бессмертный полк». Ну, уже списался с администратором, сфотографировал. Отправил это все в Россию, и ребята в России начали искать. К поискам подключились специалисты из разных стран, от Молдовы до Литвы. Историки восстановили путь героя, нашли всю информацию о его подвигах. Наш канал сделал сюжет. Так о ветеране и его награде узнали родственники, которых так долго искали. Для меня было даже каким-то шоком, когда 22 июня мне утром позвонили, так символично. В этот день сказали: есть родственник. Первый момент встречи Зинаиды Викторовны показал, что для них это действительно память, потому что иногда бывает, приходишь человека, у человека даже фотографии не осталось, героя. А тут и военный билет, и множество фотографий, и газетная вырезка. Видно, что память в этой семье хранится. Ветерана Великой Отечественной Ивана Дородных не стало в 2002 году. Несколько лет назад умер его сын Николай, супруг Зинаиды Дородных. Но память о ветеране хранят в семье.